сначала съел. Нет, это молоко. Сейчас сначала съел. Это тюлень. Это тюлень. Это тюлень. Это тюлень. Нет. Мне сказали, я не знаю. Это просто я вам говорю. Это тюлень. Сколько стоит? Это тюлень. Не дорого. В том году 20 съели. Я говорю, это тюлень. И все, и почапал. Это тюлень. Я говорю, и пощапал. Продали, он знает, что он защитник тюленей, и ему со спиной. Сенька сам идет к весам. Это кофе. Сень. Ты доставай, весы там доставай. Идет и думает, ну где вас тут взвешивается? Последний тут у вас медосмотр пройти, говорит, можно. Кто последний на взвешивание? Серафима. Так, Света, убегает шаланку. Сеня. Я домой. Не, меня взвесится. Сень. Раз уж интересно, значит интересно. Сенечка, иди сюда. Сеня. Что вообще мелкотня? Может, ее в коробочку посадим? И на коробочке на весы посадим. Не, ну если ее уже руками. Она сама она должна влезет, в коробку. Она влезет сама. Все влезет. Сеня. Сенька. Вообще взвесить надо бы. Даже ради интереса. Нет, нет, я передумала. Конечно, надо смотреть, прибавляет, не прибавляет. Сень! Если она будет 7 кг весить, это будет прикольно. Это по большому она уже сходила. Ну, так, не, ну не 7, она в районе 10-то весит. У меня кот там уже так шесть. Доставай. Сейчас я переоденусь. Так. А, господи. Там уже все чистое. Просто все равно его же не заставишь на весы поставить. Да. Сеня. Иди взвешивайся. Сеня. Господи. Сень, пойдем, пойдем, Саня, пойдем, пойдем, Саня, пойдем, Сень, пойдем, пойдем, мой сладкий, пойдем, пойдем, пойдем. Сеня, тут, Сеня. Может, их вообще там оставить, около операционной? Сеня. Может, она потом как-то приспособится, что-то Сеня, пошли. Сеня, привет. Я бы со спиной попала. Пойдем. Или она не даст? А как ее Денис приносил? Подмышки берешь, да и все. Да, ничего. Что не сломается? Нет, там не сломается. Пошли.